На первом же месте оказался болгарский курорт Банско. Недельный отдых в нем, включая проживание в отеле, скипасы, прокат снаряжения, занятия с инструктором и ужин с напитками, обойдется семье из 4 человек в 124 300 рублей. В прошлом году в рейтинге Сочи занимал 3-е место, а в этом же сезоне недельный отдых здесь обойдется семье любителей горных лыж в 159 тысяч рублей. Хотя в прошлом году такая поездка стоила на 27 тысяч меньше. Было отмечено, что из всех европейских курортов Сочи предлагает самые низкие цены на питание. Замкнул тройку лидеров словенский курорт Кранська Гора.